Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1974 года, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Нашла его, но что-то мешает. Где мешает? Вокруг него что-то, как будто звук какой-то режущий. Неприятные вибрации. Так, хорошо. И снимаются все маски, голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде. И я даю команду, и если в его биополе находятся копии, голограммы, силам его намерения сейчас выходят оттуда и становятся рядом с тонкой копией. 1, 2, 3. Да будет так. У него одна копия, и вот эта вот энергия, вот этот звук, он как какой-то куб вокруг него. И накрывай, забери его в защитный костюм на период сеанса и вместе с тонкой копией Леонида поднимайся в комнату диагностики. Да, мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Леонида и интересуемся, готов ли он к диагностике, доверяет ли нам свое биополе на период сеанса. Он кивает, но он в этом кубе. И я даю команду, этот куб выходит и направляется в клетку тюрьмы, становится ее заложником, силами его намерения. Да будет так. 1, 2, 3. У этого куба с какой стороны получается? С правой, что ли? Какой-то красный шар какой-то в нем. Космический, наверное. Ладно, будем смотреть. Хорошо, сейчас ты его видишь хорошо, да, Вера? Да. И я даю команду. Леонид стоит в сканере, и я даю команду сканеру. Сканер на счет 3 начинает сканировать. 360 градусов пространства вокруг Леонида. Находит все чипы, датчики на всех 7 тонких телах, любые подключки, импланты. Выстраиваются от них моментально каналы в клетку-тюрьму. И по этим каналам ответственный за интерференцию притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложниками. 1, 2, 3. У него есть клетки у нас. Давай. Демон, черт. Дальше идет какой-то зеленый человек. Я не знаю, робот он или нет, потому что с ним рядом гуманоид. И на самом верху у нас арахноид. Какая веселая компания. Никто не агрессирует? Арахноид пока не понял, все остальные стоят смирно. Хорошо, посмотри, какая цифра над головой у демона. 13. Черта. 5. Устанавливаем над зеленым человечком монитор. Зеленый-красный, зеленый органический, красный неорганический. 1, 2, 3. Он красный, и это как подсоединено к этому кубу. То есть через него регулируется этот куб, через зеленого этого позе человека, который. Угу. И от куба выстраивается канал к ответственному на счет 3, 1, 2, 3. И ответственный проявляется у нас в клетке тюрьме. Притягивается сюда, если он здесь не находится. Это гуманоид. От него идут к зеленому, от зеленого к кубу. Вот как. Хорошо. Так, этот зеленый куб. Вера, а ну просканируй, они опасны для нас вибрации, может их сразу уничтожить? Опасны, но у нас защита защищает. Хорошо. Если почувствуешь малейшее что-то, скажешь мне. Так, хорошо. Так, гуманоид, откуда ты пришел? Сириус. Сириус. А что ты пришел? Ты кто, ловец душ? Кто ты? Гуманоид. Но он говорит, похититель спокойствия. Похититель спокойствия. Ты знаешь, это, скорее всего, это не ты. Ты не похититель спокойствия. Похититель спокойствия – это я. Я у тебя его сегодня буду похищать. Поверь мне на слово. Долго тебе спокойствия не будет. Знаешь, за что? За нарушение всех законов мироздания. Вот. Но это тебе потом объяснят, это не совсем важно. Да, ты попался, и попался ты нехило. Хорошо, объясняю сегодня правила всем присутствующим,
Значит, вы обнаружены. Сейчас происходит чистка биополя Леонида по его просьбе. Я здесь нахожусь официально и легально. Вы здесь находитесь нелегально. Сейчас я буду производить откат черной энергии, которую вы ему дали. После этого я заберу у вас все светлые энергии. После этого я дам команду каждому выйти и вытащить все, что он оставил в биополе. После этого я произведу проверку 2 миллиона герц. Если кто-то что-то не забрал, тот сгорит в клетке. Всем понятно? Да, понятно всем. Те, кто пройдут проверку, те уходят на свою чистоту безболезненно. Те, кто будет обманывать меня в клетке и не кооперировать, мешать мне работать, тех я без разговора просто здесь сожгу. Это я сразу объявляю, поэтому вы об этом услышали. Все, вы знаете правила. Переходим к процедуре реверса энергии. Сколько у него энергии сейчас, считай, Вера, у Леонида на начало работы? 64. И частота вибрации? 7. Ну это, чтобы черт себя хорошо чувствовал. Хорошо. И я даю команду тонкой копии Леонида спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкие вибрационные энергии в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Леониду. Энергию страха, неуверенности, энергию всех болезней. И все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Энергии идут. Кому что идет? К рахноиду идет чернота. У него, знаешь, на лице как паутина. А, значит, к этому гуманоиду, к нему интересные энергии идут. Вот энергии раздражения какого-то, вот вокруг него этот куб был, вот эта зелень какая-то, и они прозрачные, но от них идут нехорошие вибрации. Черно-красные, да, этому черту и демону. Так, давай разберемся с этим зеленым человечком, что туда идет? Ну, у нас один канал, он идет гуманоиду. Зеленому человечку нет каналов. Все понятно. Значит, это гуманоидно. От гуманоида в клетке выстроен канал к зеленому, от зеленого вот к этому кубу. Все понял. Он через голограмму эту зеленую брал. Хорошо, ждем тогда реверса, окончания, потом сожгем. Так, демон, что ты в этом теле делаешь? Как ты зашел и почему ты зашел? Слушаю тебя. Как долго ты сидишь в этом теле? 3 года сидит. Угу. Опиши ситуацию, когда это было, что это было, почему ты зашел. Демон. Он показывает какое-то как застолье, но на улице. Ну, на улице сидели люди, вижу, да, за столом. Дальше. Сидели, пили и что? С кого-то перешел он. Он перепрыгнул. Это мужчина или женщина был? Кто это? С кого ты перепрыгнул 3 года назад? Женщина. Я бы даже сказала, что это даже какие-то как танцы, что ли. Но он показывает, он рядом, как будто с ним, ну, как-то так танцует или вот что-то стоит как-то под музыку, и он переходит к нему. Демон, скажи, это меньше метра надо расстояние, чтобы ты перешел, да? Они совсем рядом стояли. Он говорит, что не обязательно меньше метра. А сколько максимум ты можешь перейти? Ты можешь ходить? Он говорит, что есть очень много везде есть воронок, передвигающихся. Понятно. Если мне надо, я могу перейти. Согласен, согласен. Хорошо, у меня еще один к тебе вопрос, демон. Скажи, лярва есть на его теле? Наверняка есть, да? Да, есть. И ты наверняка хочешь меня спросить. Он говорит, а что я тут делаю? Ну, а что ты тут делаешь? Ты ждешь, во всяком случае, моего согласия, разрешения или неразрешения. Я могу ее сжечь сейчас на твоих глазах. Ты тут главный, я понял. Хорошо. Поэтому я тебя хотел спросить. Ты скажи, есть в его квартире порталы? Ты с ним 3 года жил, ты должен знать. В доме есть порталы или в квартире, где он живет?
Всегда есть, показывает он. Сколько в домик портала меня интересует? Он один показывает портал, На воронку. кухне? Нет, На зал. кухне? Это Какое-то зал, место, да? где, да, такое. А, Возле хорошо. окна что-то. Ладно, хорошо. То я, когда тебе дам команду вытащить все из биополя, тогда я тебе после того, как вытащишь все, доложишь мне, я тебе разрешу, спросишь разрешение, я тебе разрешу потом забрать ляру. Ты это понял, да? Да. Хорошо, все, поехали. У нас ревер закончился, да, Вера? Закончился. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Леонид, забирая чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли чистые, светлые, божественные энергии. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Леонид себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Пошли энергии. Энергия жизни идет от гуманоида. Физически красные возвращаются от демона и черта. Черта, да. А от арахноида идет что? Голубые, у него светлые. Поток идет, поток перекрученный. Ну, он все воровал. Цвета разные идут от него. Так, а сколько гуманоид у нас сидел в теле? Последние 5 лет его окутывал. 5 лет. А, смотри, он вот этот куб, он его расширял постоянно. То есть зону влияния расширял. Какой эффект вызывал этот куб? Что он конкретно делал? Какую реакцию вызывал у Леонида? Он менял его вибрации. Энергии вибрации его менял на негативные. То есть он забирал у него энергию жизни и все позитивные, как сказать, чувства, что ли. Сейчас он показывает. То есть люди, которые находились вокруг него, он им как будто неприятен был. Вот как я его увидела, от него какой-то резкий вот неприятный звук, все как понял. звук Это шел. То есть... отторгающая да. такая реакция. Понятно. Да, ему но было... у кого... Но люди не понимали просто почему. Люди не понимали, но у кого вибрации низкие, они общались с ним. То есть им этот звук был... Все понял. Это как магнит для низких вибраций, да. А для высоковибрационных оно просто кошмар. С этим человеком стоять рядом. Я понимаю. Кто попадал в это поле, и вот он постоянно это поле расширял и... мог подсоединиться к другим тоже, получается. Через это поле он мог... А он сейчас к ним подключен? Нет, он не подключен, но если они находились в этом поле, он мог подключаться. Все понятно, просто у нас демоны такие фишки выкидывают. Стреляют Нет, барабанами. Он не подключался специально. То есть, ну, если человек выдерживал эти вот волны... Да. Тогда он эти волны забирали с него определенные энергии. А, вот как. Пока они находились в этих волнах. Интересно, у вас разработки. Хорошо. А я не понимаю. Ты... Да, хорошо. Так, все, закончили реверс. Теперь я даю команду. Сейчас начинаем вытащить все, что оставил. Начнем с арахноида. Арахноид, сколько ты сидел в его биополе, кстати? Забыл тебя спросить. 10 лет. Там надо рассинхронизировать. Так, хорошо. Итак, арахноид выходит сейчас из клетки, достаешь все, что ты оставил, до последнего микрона, до последней паутинки. Высасываешь жидкость, если осталось, в твоих интересах, чтобы при проверке твоей ДНК не было найдено. Если я найду твой ДНК, при проверке я тебя сожгу. Просто вот я тебе говорю, как есть. Поэтому в твоих интересах пройти честно проверку. Выходи и доставай все. Как достанешь, доложишь. Но он у него с головы, вот с лица начинает и полностью паутину снимает. Он как в паутине, вся голова у него, лицо и полностью, как вот маску снимает с него паутинную. А ну считай информацию, какую реакцию вот эта маска давала, то, что он делал, что он добивался на физическом плане, какой реакции Леонида. Арахноид, дай-ка нам информацию. Он защитил себя от волн гуманоида таким путем.
Ну хорошо, это ты себя защищал, но какой вред это приносило ему? Меня это интересует. Какой эффект, кроме того? Это ж бесследно не прошло для здоровья Леонида, правильно? За 10 лет. Причем, арахноид, ты 10 лет, а он 5 лет. Ты в два раза больше его сидишь. Он накрутил эту маску последние 2 года, между 2 и 3. Уплотнил. Понятно. А так, пока за что он не зашел, говорит, было все хорошо, почти все тела мои были. Ну, то ты так думаешь. Вообще-то все тела его, арахноид, в этом-то и проблема. У тебя мышление криминальное, понимаешь, ты как преступник думаешь. Ты думаешь, что это твоя земля, а это не твоя земля. Ты думаешь, это твоя энергия, а это не твоя энергия. Если вор, как бы громко вор не кричал, это мое, это все равно не станет его, понимаешь? Есть такой закон. В этом-то и проблема. Я как раз, моя работа, этот закон восстанавливать. Он все вынес. Хорошо, так, встал в клетку, и я даю команду демону с чертом выйти, вытащить все, что они оставили. Демон может после того, как вытащит, забрать селярвы. Слушай, вот этот арахноид, он настроил вот тут этой маски от головы. Вверх у него шли паутины, и там как зонт такой большой был тоже из паутин. И типа он фильтровал вот эти энергии к себе. Вот это уже больше на правду похоже. Чтобы они пробивали вот этот... Именно гуманоида энергию. Да. Чтобы он мог сосать. А он мне здесь рассказывает, что он защищался. Не лживые твари до ужаса. Он сейчас свернул этот зонт, все вынес, собрал. Так, демон. Демон отпустил черта. Хорошо. Что он делает? Он снимает, он как в воронке в какой-то стоит. Он ее сейчас раскручивает. А они еще воронку поставили внизу? Да, она... Почти до пояса она у него. Тело начинается до конца ног у него почти. Угу. Душевные ребята. И руки как-то тоже они, как в этой воронке. Ну, вот кисти. Ты снял. Хорошо. Так, лярву он забрал? Нет, пока. Демон, можешь выйти и забрать лярву. Только все забирай, которые там остались, не оставляй ничего. Лярва на сердце у него. На сердце. Вросла или нет? Нет, сверху. Ага. Ну, значит, не успел. И на позвоночнике. О. Забрался. Хорошо. Так, у нас остался гуманоид. Давай сделаем так. И я даю команду. И на счет три Леонид начинает отторжение всех присадок, имплантов, чиповых датчиков на чистоте гуманоида. Силой моего намерения я помогаю ему и вытаскиваем из его биополя. На счет три все чипы, датчики, импланты, все на чистоте гуманоида выходит и начинает закручиваться перед ним в воздухе. 1, 2, 3. До последнего микрона все на чистоте гуманоида выходит. Любые приспособления безболезненно покидают все 7 тонких тел. Но из него вот эти прозрачные энергии выходят. И еще красные. Вот это красное, что было, она, это как боль какая-то идет. Вот этого боль, безусловно. Усиливаем потоки в 50 раз. Все до последнего микрона, как нити наматывается. На веретено наматывается все энергии гуманоида в теле Леонида, который остаточный. Все выходит до последнего микрона. Да будет так. А так и есть. Готово. Хорошо. И я подхожу сейчас к Леониду, кладу руки на плечи и даю мощнейший удар 100 тысяч герц, сжигая все каналы. Значит, 3, 1, 2, 3, удар, сжигая все каналы, улетает, сжигается, превращается в пепел. Не может канал отсоединиться. Какой? Арахноид, да. Ага, хорошо, будем делать это так. Сначала скинем эту энергетику гуманоида, открывается под ней портал в галактическое ядро со всеми присадками. Вот это все, что там висит, улетает на счет 3 в галактическое ядро. 1, 2, 3. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово.
И я даю команду на рассинхронизацию. На счет 3 начинается рассинхронизация всех энергий. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация 100%. Каждый забирает свои энергии. Полная рассинхронизация идет. Ну вот от гуманоида они, знаешь, как черные полоски такие. К нему возвращается. Возвращается к нему, Вера? Да, да, как от... отстегивается, как вот слипает. Ждем рассинхронизации гуманоида и арахноида. Готово. Хорошо, так, я подхожу сейчас к Леониду, кладу руки на плечи и ударом 100 тысяч герц сжигаю не отстегнувшиеся каналы. 1, 2, 3, удар. Готово. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И все остатки каналов улетают в галактическое ядро до последнего микрона. 1, 2, 3. Закрываю, печатаю, растворяю. И я даю команду сканеру. Сканер на счет 3 начинает сканировать все 7 тонких тел Леонида. Проверку делаем. И находит любые чипы, датчики, импланты, конвекторы. Все, что было не найдено, моментально загораются ярко-красные маячки. Если будет найдены остаточные мелкие энергии, сканер моментально их на месте уничтожает. 1, 2, 3. На всех 7 тонких телах сканер сканирует. У него под ним что-то черное. Под ногами. Я не понял. Бес, ты что, не убрал? Или черт, ты что, не убрал воронку из-под ног или что? Что, наказать сейчас или как? Нет, он убрал всю воронку, у них. А что это за черное? А что это за черное там под ногами? И я даю команду, сила моего намерения. Это черное выходит из-под его ног, остатки 1, 2, 3. И отправляется в клетку-тюрьму. Ну, там картинка идет, что там под землей кто-то живет. И от этой картинки, от этой воронки выстраивается канал к ответственному. На счет 3 сил моего намерения я притягиваю в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Да будет так. А так и есть. Гномы. Да ты что? Сколько их? Ну, одного я вижу. И воронка рядом с ним, да? Но она не воронка, это как вот под землей, а не маленькое место. То есть как, маленькая земля, маленький слой, и под ним идет чернота, и там гном, вот он сейчас стоит с кристаллом зеленым, обнимает его. Что-то я не совсем понимаю, он в клетке у нас или он где-то в картинке, он не притянулся? Он в клетке, но в клетке вот эта картинка, то есть слой земли, и под ним идет вот... И картинка, и кион. Картинка. Только картинка. А я канал выставил, он не пришел? Канала нет. И я выстраиваю канал сейчас от этой картинки к ответственному на счет 3. 1, 2, 3. И ответственный притягивается в клетку и становится рядом с силой его намерения. Но ничего не меняется, этот гном стоит. Хорошо, скидывай. Это воронка, да? Картинка? Картинка. Пока. Открывается портал в галактическое ядро и производим сбросы. 1, 2, 3. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Так, демон с чертом. Я прошу больше в это тело не приходить, я буду его регулярно проверять. Если я повторно раз с кем-то из вас встречусь, у нас не будет такого дружелюбного разговора. Найдите себе новое место. Вы это поняли? Да, не поняли. Хорошо. И открывается внизу на счет 3 портал на чистоте демона. 1, 2, 3. И демон с чертом уходит на эту чистоту. 1, 2, 3. Забирает все, что с собой принесли. Закрывая, печатаю, растворяя. Став огненную пентаграмму. Есть. Хорошо. Арахноид, я тебе, хоть ты 10 лет здесь жил, я буду проверять, если я тебя повторно найду в его теле, даже если ты дома что-то оставил и появишься там, я тебя вдруг выловлю. Ты не уйдешь живым. Если ты хочешь дальше существовать, не встречайся со мной. Я тебе сказал, где я буду, поэтому не приходи к этому человеку. Тебе все понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал на чистоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. 1, 2, 3. Готово. И под этим кубом, вот это все, что осталось от гуманоида, открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И все это улетает, все эти приспособления в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяя. Готово.
Хорошо, и я приглашаю Ли. Ли, пожалуйста, приди к нам. Слушай, там. У нас, по-моему, твой клиент здесь, Сириуса. Ловец. Заберу. Хорошо, мы ждем. Она выставила от клетки коридор. Хорошо, и я даю команду. И, значит, три гуманоида уходят в этот коридор. Один, два, три. Да, будет так. А так и есть. Да, забрали. Закрываю. Хорошо, уже намного лучше. Влад, вот информация какая-то идет, что вот это под ним, что был, вот этот гном с кристаллом зеленым. Да. Это место под ним надо залить. То есть место, где он часто бывает, там вот этот гном через кристалл, он сосал какие-то энергии его, что ли. А откуда мы узнаем, где он был? Он не в его, он просто под ним вот залей, вот это, как вот картинка есть, чтобы под ним она была залита. Хорошо, а как мы это место-то найдем? Это же в квартире наверняка он где? Или где? На работе? Нет, это где-то земля, и вот это вот то вот как картинка есть, ее надо залить, и все. Хорошо, давай я сейчас сделаем следующее. И я даю команду, и на счет три. Видишь эту воронку? Один, два, три. И я даю команду, на счет три она заливается вся. И два, три. Полностью. Сравнивается с уровнем земли? Готово. И устанавливаем сверху печать царя Соломона. Один, два, три. Да, будет так. А так есть. Да, есть. Хорошо. И отключайся, возвращайся назад. Хорошо. У нас вышли темные пятна? Да, вышли. Открываем воронку против часовой стрелки. Бери свой высоковибрационный инструмент для удаления остаточных негативных энергий и биополе Леонида и приступай к работе. Устал он от этих вибраций сам. Легко сейчас ему. Это вибрации, не дай бог, такие вибрации. И выкидываю инструмент, воронку, улетает в галактическое дробь, все на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Леонид должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, готов. Хорошо, я говорю вслух, а его тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры 1974 года, которые заключены осознанно и неосознанно. Все кармические договоры, контракты рода, контракты на воплощение и миссии, а также все то, что имеет мой энергетический отпечаток на этой временной линии и на всех других, в прошлом, настоящем и будущем, внутри всех измерений, плотностей, уровней, сфер, реальности. Я вызываю все повторные фрагменты, копии, резервные копии, зеркала, экземпляры, контрагента, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Один, два, три. Вышли договора? Да, вышли. Хорошо. Пусть тонкая копия Леонида проверит и выберет, какие контракты ему нужны, а какие нет. Леонид, это важный момент. Проверьте все. Отключаю все, они мне не нужны в этой жизни. Мудрое решение. Хорошо. И пусть повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляю, что все эти соглашения ноль и аннулированы. Я аннулирую, я отменяю, я расторгаю свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии. Готово. И открываем портал галактическое ядро. Один, два, три. Все контракты улетают в галактическое ядро. Закрываю, печатаю, растворяю. Он говорит, что раз они мне не помогли до сегодняшнего дня, значит, попробую без них жить. Готово. Отлично. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Манифест. Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки, выражая намерение своей души и личности. Сила моего намерения, да будет так. А так и есть. Прочитал он? Да, прочитал. Энергии хорошие у него. Яркие, теплые такие. Он говорит, что свою доброту потерял с этими подселенцами. Да, там серьезно сидели товарищи, особенно гуманоиды. Но у него, получается, мозг работал на их волне, все. И все, кто рядом был, вот они тоже так были. Кто-то кого-то отталкивал, а кто-то подключался.
А сейчас у него жизнь изменится, вибрация изменится, посмотрит, как окружение среагирует. Но он разгармонизированный полностью, то есть вот настолько привык к другим эмоциям. Так, посмотри, какая частота вибрации, пожалуйста, максимально комфортная сейчас для биополя Леонида? 27. И поднимаем до 27 Гц. Пошел подъем. У меня один раз стояла же эта электронная фишка. Я тебе говорю, это кошмар. Это такое ощущение, что тебя дергает постоянно каким-то таким мелким током. Руки все трясется. И понятия не имеешь, откуда это идет. Оказывается, вот эта растяжка была. Или куб, или как это. Ладно. Готово. Отлично. Так, хорошо. Запускаем процесс активации, идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Сейчас он вспомнит, кто он. Надеюсь. У него, знаешь, такие энергии, как вата. Пушистые какие-то такие. Нежные, что ли. В то же время яркие. Готово. Синхронизируются энергии и вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Отлично. Мы закончили чистку. И будем возвращать тонкую копию в тело. Ты готова? Да. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Леонида в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому внутреннему органу, каждой клеточке. Извилинки головного мозга идет 100% синхронизация вибрации энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Но все энергии у него гармонизированы сейчас. Они чистые. Отлично. Яркие. Тело тоже вошло. Надо будет время ему. Да, несколько, безусловно, будет пару дней ломать. Надо привыкнуть к этим энергиям. Мы сразу говорим, Леониду будет то состояние. Но это его энергии. Да, это он должен к ним привыкнуть. Хорошо, Вера. Мы готов. Закончили. Отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Да, я здесь.